Слава Україні! Друзі, обережно! Цей випуск може викликати залежність. Ймовірно, вам його захочеться проглянути не раз. Що ти? Більше російських не буде, да? Слава! Я! Чи ти? Чи ти опять український паспорт видати, да? Знайомтесь, це Ельвіна, випускниця ПТУ Костромської області, а нині ціла російська зет-патріотка. Ну, держись, Росія! Дев'ятий пакет санкцій! А де пакет-то? Слава Україні! Від старту спецоперації Ельвіна швиденько зметикувала, що на цьому можна гарненько розкрутитися, а можливо навіть і підзаробити грошенят. Друзі, я дуже хочу, щоб це відео залетіло в тренди. І повірте, воно варте того. І тільки ви можете це зробити, мої крутющі глядачі. Як? Вподобайка. Або лайк і прокоментуйте. Це гримуча суміш, вона допоможе цьому відео злетіти вгору. І, друзі, підпишіться на наш YouTube-канал, ми того варті. Господи, ну ответь ты на один вопрос. Задавай, поросенок. Ладно. Почему ты дал русским газ, нефть, ум, честь, ученых, поэтов, а нам, украинцам, ничего? Я дал вам все это, когда вы были русскими. Но мы не хотим быть русскими, мы хотим быть европейцами. Ну, ладно, последнее, может. Вот если... Если в Европу переезжать, в какой стране самый тяжелый язык для изучения? Чтобы я туда даже не ногой. Ты о чем, поросенок? Вы свой-то язык по сей день выучить не можете. Така діяльність, звичайно, дуже не сподобалась багатьом небайдужим українцям. І вони почали діяти. Ельвіну швиденько ідентифікували. Про неї знайшли все. Всі її соціальні сторінки, всю її біографію життя. І, звичайно, і найголовніше, її фактичну адресу проживання. Зі своєю мамою вона, виявляється, знімає квартиру в місті Ярославль, звідки й пиляє ці відосики. Ельвіні відправили українці перший сигнал. Ну что ж, товарищи, троля пророссийских блогеров, в том числе меня, я считаю, достигла своего апогея. Яндекс.Еда отказывается доставлять мне еду. Значит, 2 часа назад я сделала заказ, который состоял из 2 палок шашлыка. Спустя 2 часа ожидания заказ отметился как доставленный. Но при этом я ничего не получила. Естественно, я набрала службу поддержки, и не нашлось у этого руководящего звена ничего лучше, как ответить... Ну, я не знаю, если вы блогер, может быть, курьер вас узнал? Может быть, он придерживается других политических взглядов, кто его знает? Возможно, это была небольшая месть. Друзі, а знаете, що можете ви, а не може ця зет-патріотка? От ви можете в Україні, просто не виходячи з дому, оформити собі поліс автоцивілки. Ну, звичайно, ви можете це зробити через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. А там ще для користувачів доступна функція безвідсоткової оплати частинами. За допомогою неї ви можете оформити необхідний поліс автоцивілки, сплативши відразу лише 1/3 ціни. А залишок буде списуватися автоматично з картки у наступні 2 місяці. Це дуже зручно. Це допоможе вам і дозволить вам оформити поліс автоцивілки, не маючи відразу достатньо коштів на карті. Або оформити поліс, наприклад, з додатковим покриттям і підвищеним набором опцій для максимального захисту. Послуга безкоштовна, немає жодних прихованих комісій, додаткових платежів. Діє на поліси будь-якої страхової, вартістю від 300 гривень. І, друзі, традиційно, не забувайте мій промокод NELOSI10. Введіть його на етапі оформлення, і ви гарантовано дістанете додаткову знижку 10% на будь-який поліс автоцивілки. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. И это я даже еще не беру в расчет, что в начале спецоперации Яндекс.Еда слила информацию о своих клиентах, среди которых был мой адрес. Так, как я обычно указываю его в приложении. Слово. Слово. И эта информация попала в украинские руки. Я несколько ночей подряд не спала. Ко мне приходили, ко мне стучались, на меня заказывали кучу доставок. Я подверглась страшной агрессии. Страшному гноблению. Я подверглась в первую очередь психоэмоциональному давлению. Передо мной, думаете, кто-то извинился? Передо мной
никто не изменился. И когда сейчас я слышу, ну, наверное, курьер просто был других политических взглядов, поэтому скидка 20%, мне больно, мне обидно. Але Ельвіночка перший сигнал не зрозуміла, до нього не прислухалася і в своїх пропагандистських роликах не зупинялася. Росія хотіла забрати просто Україну. Ви там нищенствуєте, ви бідствуєте, ви живете з нашої кормушки. Якщо б ми хотіли вас забрати, ми б вас давно забрали, і, можливо, ваш народ би жив краще. Но ми цього не робимо. С какой стати вот эта Россия должна извиниться перед всеми нами, украинцами? Что Украина первая зашла на территорию России в Ростовской области? Тоді небайдужі українці перейшли до наступних ефективних дій. До Ельвіни раптом почали приїздити пожежники. За дивовижним збігом обставин їх почали викликати саме на її адресу. І це правильно, тому що у неї там постійно щось палало з однієї частини тіла. Ну, чтобы вы понимали, в каком состоянии я живу, при том, что я написала заявление, попросила больше никого на меня не вызывать, что это все ложные вызовы, приехала три пожарные машины и все ко мне домой. Пожалуйста. Три пожарные машины. При том, что я попросила, я писала в полицию, чтобы как-то помечали, что на этот адрес поступают ложные вызовы. Три. Это помимо того, что ко мне ходит доставка, постоянно доставка. И это просто какой-то ужас. Это просто какой-то ужас. Друзі, я впевнений, настрій у вас вже покращився. Але повірте, це лише розігрів. Зараз починається найсоковитіше. І я нагадую, все нередаговане відео про Ельвіну в моєму телеграм-каналі. От він крутий. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь. Ну що, готові? Далі буде чиста насолода. Удивительна історія об отношенні Ярославля к патріотам, значиться. Мне звонит управляющая компания дома, говорит: «Эльвина Арсеновна, здравствуйте, вы должны выселиться в течение 7 дней». Я говорю: «С какой стати? Я плачу за свою квартиру исправно, никаких нарушений по оплате нет, с какой стати вы меня выселяете?» Там соседи сказали, что на вас вызывали МЧС, полицию, скорую, да, они так поняли, что вы какой-то пророссийский блогер. Этих людей не устраивает ваша позиция, нам она тоже не близка. Вот, вы представляете национальную угрозу, не дай бог завтра кто-то решит реально подложить в дом, вот, из-за вас подложится весь дом, поэтому всего хорошего, до свидания. Дозвольте я ще раз уточню. Це Ярославль, російське місто і квартира, в якій не хочуть бачити росіянку і фанатку спецоперації. Может быть, мне еще и из страны уехать? Ну так, на всякий случай, чтобы не представлять ей национальную угрозу, вы понимаете? Меня вообще не должно интересовать мнение каких-то соседей. Я что, живу здесь на птичьих правах, вы меня извините? Почему меня должно интересовать, что там бабка Сталин с палкой себе в голове напридумывала? В одному короткому відео Ельвіна взяла і розкрила всі цінності русского мира. Соседи? Та чхати я хотіла на якихось там сусідів. А от з Росії, Ельвіночко, виїжджати не потрібно. Не потрібно. Там так ще багато місця в Сибіру, на Камчатці. Ти точно там собі щось знайдеш. Товарищи, это просто ужас. Я звоню, значит, в управляющую компанию. Берет трубку Аиша. И Аиша мне говорит: «Моя хорошая, если я захочу, тебя сегодня приедут из полиции и заберут в каталажку. Угу. Ты кто такая?» Я говорю: «Я пророссийский блогер вообще-то». Я говорю: «Мы и военным помогали в свое время». Она говорит: «Кому ты там помогала? Тем, кто на войне? Так они уже все равно оттуда не вернутся. Ты что, прям была на передке? Все, кто был на передке, уже за***ли. Я вам клянусь». Я вам клянусь, жаль, я не записывала этот диалог. Человек из управляющей компании, дома который стоит в центре города, выступает против специальной военной операции. Как такое вообще допустимо в нашем мире? Друзі, давайте поставимо просто смачнющу вподобайку Аїші, яка вже розуміє, чим завершиться спецоперація і спокійно собі готується до Ярославської Народної Республіки.
Так тримати, Аїша. Ти потерпи, ЗСУ вже скоро. Ну, это просто крик о помощи. Помощи даже не столько мне, сколько моей семье. Меня зовут Эльвина, это моя мама Ольга. И мы из Ярославля. С первых дней специальной военной операции я выступаю на стороне России. Я веду пророссийский паблик. Я записываю шуточные видеоролики, которые вы могли видеть на просторах интернета. А что за обличчя? Эльвиночка, я так розумію, це теж має бути шуточний ролик. Ти просто нам підкажи, в якій частині цього роліка нам треба сміятися. Я стараюсь просто подбодрить и поддержать вас тогда, когда кажется, что мир рушится, как у меня сейчас. Помимо того, что украинцы ежедневно вызывают на меня МЧС, пожарную, скорую помощь, доставку, моя семья буквально не может спокойно находиться в собственном доме. Так теперь мы лишились даже этого дома. Арендодатель, в квартире которого мы проживаем на протяжении 2 лет, узнав о том, что я пророссийский блогер, написал мне огромное сообщение, где попросил выселиться меня и мою семью в течение 7 дней, что не соответствует договору. Просто потому, что я являюсь угрозой мирному обществу. Друзі, я не знаю, як ви, але я впродовж усього цього рускоміровського ридання насолоджувався мамою Ельвіри. Ніхто, чесно, не знає, який салон краси вона відвідувала в Ярославлі перед записом відео. Я просто хочу їм в Гуглі 5 зірочок поставити. Я обратилась в агентство недвижимости Никас, через которое мы заключали договор. Если честно, я не была готова к этому диалогу. Вместо понимания и поддержки на меня наорали. Мне сказали, если ты пророссийская, езжай на войну. Кому ты там помогаешь? С фронта никто живой не возвращается. Кто ты такая? Я сейчас позвоню музыкам и тебя увезут в каталажке. Дідько, та що ж це за агентство таке в Ярославлі? Я вже і їм хочу в Гуглі теж 5 зірок поставити. А чого ж ти не смієшся-то, Ельвіна? Не смішно? Це Росія! Поэтому нам не нужны эти проблемы, выселяйтесь. Я обратилась в полицию, где удивились, что, будучи на миротворце, а я на миротворце, я по сей день жива. Никакой другой поддержки мы не получили. Мы абсолютно беззащитны. У нас нет никаких гарантий в том, что если мы завтра переедем на другую квартиру, нас не выгонят оттуда. Просто по каким-то политическим взглядам. Мы не знаем, куда обратиться. Мы не знаем, куда обратиться. Поэтому мы вынуждены записывать подобные видеоролики. Чекай, Ельвіно. А як же русские своих не бросают? Це ж одне з найбільших гасел спецоперації, яку ти так підтримуєш. Ти знаєш куди? Краще до Владимира Владимировича звернися. Може він тебе в себе і поселить. І друзі, якщо ви ще мало кайфанули і хочете ще, я даю вам таку нагоду. Разгрид уже пішла проти вас у прав компанія. Говорит, вы все равно не сможете здесь спокойно жить. Они будут наускивать соседи, соседи будут писать постоянно заявления, будет постоянно ходить управкомпания, будут постоянно вот эти разборки, вас будут требушить, звонить, мотать вам нервы. Он говорит, ну вам, говорит, проще вернуть все свои деньги и просто съехать. Я говорю, ну, хорошо. Ось така от доля зет-патріотів та історичних фанатів спецоперації. І це, увага, на території самої ж великої і могучої. А Ельвіночка, повірте, Ельвіночка не пропаде. Такі алмази, вони завжди прикрасять якесь село Архангельської області. Только сегодня сказала на канале, что я в отношениях, как тут же расстались. Просто признавайтесь, кто сглазил. В любом случае, пацаны, хорошая новость. Этот алмаз еще может стать украшением на вашем кольце жизни, да. Зупинилося, а-а-а-а, зупинилося.